Всем привет! В эфире Телегид, ваш личный гид по медийному пространству нашего канала. Друзья, надеюсь, вы уже вернулись в свой обычный ритм, ведь ЛРТ уже готов вас радовать в рабочие будни и выходные дни. Чем, расскажу я, Анна Троян. Как оно есть? Под таким названием на нашем канале снова идет показ документальных фильмов о всеми любимом, о еде. Продукты – это источник жизни или смертельный яд? На такие вопросы отвечает цикл научно-популярных фильмов. Про каждый из продуктов разные эксперты могут высказать прямо противоположные мнения. А выводы, друзья, вам остается делать самим. Смотрим и просвещаемся со вторника по пятницу в 16:30. В завершении рабочих будней нам предстоит взбудоражить сознание вместе с зарубежным триллером «Ловушка». После развода Джульет начинает новую жизнь с переезда в квартиру. Хозяин очень приветлив, к тому же оказывает любезные знаки внимания. Однако постепенно жизнь в новом доме меняется. Поначалу неосознанные тревожные ощущения сменяются настоящим кошмаром. Девушка остается под одной крышей с психопатом, затеявшим свои дьявольские игры с привлекательной жертвой. Чем все обернется, увидим 19 января в 21:45. В течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и в воскресенье в 10:00 и 20:00. Великий лондонский пожар. Продолжение сериала, основанного на реальных событиях, мы увидим в выходные. Знаменитое возгорание, случившееся в Лондоне в далеком 17 веке, его причины и последствия. Все это в заключительных сериях станет как на ладони. Теперь королева борется за то, чтобы огонь не дошел до башни, ведь тогда сгорит весь город. Всеобщая паника выливается в казнь обвиненных католиков и иностранцев. Однако глава государства просит горожан смотреть вперед и отстраивать Лондон заново. Чем закончится эта история, увидим в субботу в 12:30 и в воскресенье в 16:30. Так что же говорят, кто начал пожар? Говорят, это заговор католиков, и что высокородные в нем участвуют, милорд. Все это выдумка. Современный и яркий фильм порадует всех зрителей в субботу. 128 ударов в минуту. Музыкальная лента об амбициозном парне. Молодой диджей Коул пробует сделать себе имя и пробиться на вершины музыкального Олимпа. Однажды его наставником становится опытный диджей Джеймс, который может научить его жизни. У учителя есть девушка Софи, и между Коулом и ней вскоре завязывается роман. Наш герой понимает, что это может разрушить дружбу и заодно нанести непоправимый урон его карьере. Какой выбор он сделает, увидим 20 января в 23:15. If I had $1 million, I spend it all. У нас получилось. Все получилось. Давай, иди сюда. А в воскресенье, друзья, вы увидите картину о людях с паранормальными способностями, которые служат в армии США. Прекрасный актерский состав прилагается. Главный герой, офицер спецподразделения, выполняет сверхсекретное задание, о котором ничего не известно даже армии Соединенных Штатов. Газетный репортер Боб следует за ним по пятам, пытаясь разузнать о его миссии. Захватывающую ленту с интересным сценарием смотрим 21 января в 22:15.
Минутку. Это Запад. Аль-Каим не там. Мы идем не туда. Наша цель не Аль-Каим. Наша цель рядом с ним. Где? Я не знаю. Хотите знать о нашем телеканале больше? Тогда постоянно заходите на официальный сайт www.lrt.tv. А еще за жизнью ЛРТ вы можете следить во всех соцсетях. Там много интересного. Присоединяйтесь к нашей дружной компании. С вами была Анна Троян. Скоро увидимся. Пока-пока.